меня закончилось топливо в баках, а мне ехать до заправки еще 80 миль. Мне машина говорит, что я не доеду до заправки. Дотянул до ближайшей заправки, но мне нужно заправиться все равно на другой заправке. А тут я заправлю 15 галлонов, видите? Я не могу больше проехать нисколько. Залил всего лишь 20 галлонов. Купил классную подушку. Въехал на основную заправку. Баки заправил дополна и вышло 230 галлонов. То есть 70 галлонов у меня все еще в баках. Получается, меня Volvo обманула, что у меня нету топлива в баках. Я мог проехать еще около 400 миль.